Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мой мужчина уехал работать в другую страну, когда вернется, сам не знает. Сборы проходили молчком, не смогли обсудить нашу дальнейшую жизнь. Перед отъездом несколько раз говорил одну и ту же фразу со смешкой, найдешь себе моложе красивее. Скажите, пожалуйста, как ответить на эту фразу. Я люблю этого человека и буду ждать его, пока не появится возможность вернуться. Смотрите. Конечно, ваши переживания вот в этом контексте, они ясны и, ну, и понятны. Но как будто бы вот, знаете, как вот что-то вас останавливает, да, того, чтобы прямо выразить свои чувства человеку, как бы. Вот. И я думаю, что вот этот момент, он ключевой здесь. Вот такая история. То есть что-то вас в этом смысле сдерживает, чтобы прямо выразить чувства ему. Вот. То есть, ну вот, то, что вы чувствуете, да, то и вот, то и сказать, вот, то есть, то и выразить, то и проявить, и так далее, вот. Понимаете, да? Какая штука. А вот, в принципе, что вызывает смущение этот момент. И нет какого-то такого правильного, ну, правильного ответа. Потому как это вопрос исключительно о взаимоотношениях. Вот. Понимаете, да? А человек, он сомневается в себе, да, человек не уверен в том, что вы будете его ждать, его переживания понятны. Вот. И вот если вы готовы его ждать, то прямо им об этом и нужно сказать. Вот. Я думаю, что вы в этом смысле больше были, ну, поглощены, да, собой, вот. То есть вы переживали по поводу по поводу расставания, да, переживали, вот, и как бы, ну, переживали по поводу расставания, это опять же абсолютно нормально, история абсолютно нормально, то, что вы так вот
переживаете, то, что ты как-то вот грустите, вот. Это норма. Момент именно в том, что вас кто-то блокирует выражение ваших непосредственно чувств. Вот. И, возможно, так сказывается характер вашего взаимодействия с мужчиной, вот, где вы, ну, просто не можете, где вы просто не можете выразить то, что вас волнует, скажем так. Вот. И посмотреть, да? Посмотреть на то, как это вот отражается у вас сейчас, вот, в контексте вашего взаимодействия с человеком. И, возможно, что-то вот подкорректировать, вот. Возможно, увидеть что-то в себе, да, какое-то, ну, противоречие, вот. Какие-то сдерживающие факторы, скажем так, вот. Тогда уже будет как-то более понятно, да, то есть вы сами в таком случае, вот, увидите, в каком направлении вы хотели бы двигаться. Вот. Вы сами просто вот могли бы увидеть, да, вот, в каком направлении вы хотели бы двигаться, куда вы хотели бы двигаться. Ну, вот. То, что вы чувствуете себя вот скованно, да? Вот. То, что вы ощущает себя скованно. Вот как раз является тем, тем фактором, вот, который сейчас не дает вам возможности быть свободный, вот, и не дает вам возможности быть собой, судя по всему, вот. Поэтому задача
психолога заключается в том, чтобы вот эти ограничения, которые у вас есть, вот, чтобы их снять, эти ограничения. И чтобы вы могли более, ну, более открыто, да, более как-то корректно, я бы сказал, выражать свои переживания, свои эмоции, свои чувства. Ну вот в этой ситуации непросто для вас. Вот. А вообще, конечно, ну, вызов, то, что произошло, это вызов для вас. Вот, это проверка для ваших, ну, для ваших отношений. Вот. Ну, если у вас вот есть уверенность, да, если у вас есть уверенность, в том, что вам человек дорог и так далее, то я абсолютно не вижу никаких препятствий для того, чтобы вам быть вместе. Вот. Вот как-то, я думаю, как-то так, я думаю, можно вам ответить сейчас на вопрос. Все-таки решать, что именно говорить, что именно отвечать нужно вам исключительно. Вот. Ну, самой, да, потому что за вас никто этого делать не будет, да и не нужно это, опять же, вот, вы сами вполне, я думаю, можете справиться с этим. Вот. Ваша задача заключается именно в том, чтобы вот поисследовать свои сдерживающие факторы, который у вас есть, и, собственно, их выразить. Вот. Для того, чтобы не фрустрировать вот. Ну, ввиду вот таких моментов. Вот, конечно, вы можете бояться, вот, да, естественно, да, нормально, что вы можете как-то вот опасаться чего-то, например, ну, там, допустим, человека от себя отвергнут, например, да, и так далее. Вот. Но все эти вопросы
можно и нужно прорабатывать, если мы хотим, вот опять же, помочь вам, да, в этой ситуации разобраться как-то. Вот. То есть тут вот, на мой взгляд, других вариантов просто быть не может. Вот. Вот, пожалуй, как-то так я бы вам ответил с точки зрения психологии, с точки зрения вот, психотерапии. Вот. А я вам желаю всего самого доброго, я желаю вам удачи, надеюсь, что ситуация будет успешно разрешена, вот, и вы сможете проявить себя так, как вам хочется. Вот, буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго, обращайтесь.